Всем привет, это Натали Просветова. Я уверена, что вы уже очень соскучились по хорошим новостям. Ну что, погнали? Начнем с того, что на этой неделе хорошие новости поступили из Казахстана. Объем воды в Аральском море увеличился на 11,5 кубических километров. Приток воды в Арал неуклонно снижался с 1960-х годов из-за нерационального развития гидроэнергетики в верхнем течении рек Амударьи и Сырдарьи, питающих водоем. Когда-то в Арале водилось 24 вида рыб. Это карп, окунь, осетр, лосось и другие. А сейчас они практически исчезли. Соленость моря увеличилась на запредельные 18% из-за недостатка пресной воды из впадающих рек. А уже сегодня правительство Казахстана реализует масштабный проект по регулированию русла Сырдарьи и сохранению северной части Аральского моря. Таким образом, пропускная способность уже увеличилась вдвое, а уровень минерализации воды в море, соответственно, снизился. На этом спасение акватории не закончится, и уже скоро стартует вторая фаза проекта. В ходе его реализации будут построены и отремонтированы гидротехнические сооружения, а также будут реконструированы рыбопитомники на Аральском море. Известно, что глобальное изменение климата в скором будущем приведет к заметному подъему уровня мирового океана. Многие прибрежные территории, скорее всего, окажутся затоплены. И океан угрожает таким мегаполисам, как Джакарта, Амстердам, Бангкок. А в США уже началась реализация проекта по спасению Нью-Йорка от штормов и наводнений. Ключевую роль в проекте сыграют устрицы, а точнее их раковины. Специалисты собирают их по местным ресторанам, а в дальнейшем раковины используют для укрепления берегов от эрозии. Дело в том, что прикрепляясь к камням и другим сооружениям в воде, раковины двухстворчатых моллюсков помогают сделать их устойчивыми к ударам волн. Раковины станут основным материалом для живого берегового рифа длиной 8 километров. Каркас рифа будет состоять из камня, поверх которого прикрепят раковины. Стоимость сооружения – 103 миллиона долларов. Раковины не только помогут уберечь город от стихийных бедствий, но и обеспечат комфортную среду обитания для местных подводных жителей. Останки моллюсков также считаются эффективными фильтрами для воды. Всего одна устрица может очищать до 200 литров воды в день, удаляя загрязнения и избыток питательных веществ и тем самым улучшая качество воды. Будь здоров. Спасибо. Прекрасная новость для аллергиков из США. Американские исследователи предложили искусственно лишать кошек аллергенов при помощи генной инженерии. Подавляющее большинство случаев аллергии у людей возникает из-за реакции организма на белок FLD1, который у кошек вырабатывает слюнные, сальные, перианальные и слезные железы. Именно этот белок исследователи предлагают удалить из кошачьей ДНК. Причем речь идет не о создании новой гипоаллергенной породы кошек, а о разработке метода, который позволит внести изменения в генетическую программу уже живущей кошки. В ходе экспериментов ученые применили технологию генетического редактирования, задача которого – разрезать цепочку ДНК в нужном месте и удалить какой-либо фрагмент. Таким образом, исследователи удалили из ДНК кошек гены, отвечающие за аллергенный белок. Метод молекулярных ножниц на тканях оказался эффективен на 55%. Ну а теперь ученые приступили к экспериментам на живых кошках. На кошках? Пожалуйста. Важно отметить, что, по словам исследователей, удаление части ДНК никак не отражается на жизни животного. Наукой ранее не было разгадано назначение FLD1. Есть вероятность, что он ни за что особо вообще не отвечает. Ученые надеются повысить эффективность технологии и преобразовать ее так, чтобы метод изменения ДНК можно было применять кошкам в виде инъекций. Ученые собираются возродить птицу Дадо. Уникальная птица Маврикия была целиком уничтожена уже в 17 веке. Дадо являлся эндемиком острова. Птица получила свое название от португальского слова, означающее «дурак», после того, как колонизаторы высмеяли его бесстрашие перед людьми. Живя в изоляции, птицы не боялись путешественников, за что в итоге и поплатились полным вымиранием. Американским ученым из университета в Санта-Крус удалось расшифровать весь геном знаменитого маврикийского дронта. Но, правда, несмотря на это, возродить вид будет сложно, и вот почему. Ну, предположим, есть клетка, и она живет в чашке Петри в лаборатории. Ее редактируют так, чтобы в ней было немного ДНК дронта. Но как потом превратить эту клетку в целое живое, дышащее и настоящее животное? Способ, с помощью которого планируют достичь результата, это клонирование. Помните же овечку Долли?
Именно такой подход использовался для ее создания. Но ученые пока не знают, как это сделать с птицами из-за сложности их репродукции. Для птиц нужен другой подход. И это действительно серьезное препятствие на пути к возвращению Даду на планету. На этом пока все. Лайк не забудь поставить и подписаться, ну, чтобы не пропустить следующую порцию хороших новостей. С вами была Наталья Просветова, это канал Экосфера. Увидимся!